В Астане открылся первый национальный автоцентр автомобилей казахстанского производства. По словам представителей, автосалон соответствует всем международным стандартам – продажа, сервис и запчасти. Пропускная способность сервисной зоны составит до 15 тысяч автомобилей в год. До 2015-го производители планируют открыть подобные салоны во всех областях страны. Между тем, казахстанский автомобильный рынок динамично развивается. Только за последние 4 года ежегодный объем авто, выпущенных с конвейеров казахстанских заводов, увеличился в 18 раз. Сегодня в год производится около 11 тысяч машин. Однако уже в ближайшее время объем производства может составить около 300 тысяч автомобилей. Мы к этому шагу шли очень давно. И вот символично, что мы начали именно со столицы нашей республики, независимого Казахстана. И сегодняшнее событие – это как раз тот знак, который подтверждает наши усилия, подтверждает интерес нашего населения именно к автомобилям, собранным, к отечественным автомобилям в республике Казахстан.